«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода». Здравствуйте. В Следственном комитете в четверг допросили отца Михаила Ходорковского, 82-летнего Бориса Ходорковского. А правительство России внесло в Государственную Думу законопроект, определяющий ответные меры в отношении имущества иностранных компаний в случае ареста российской собственности за рубежом в обеспечении иска акционеров ЮКОСа. Взаимосвязь между этими событиями мы сегодня попытаемся проанализировать вместе с нашими гостями, политиком Александром Осовцовым, бывшим директором программ Фонда «Открытой России», добрый вечер, Александр Абрамович. Добрый вечер. И писателем Владимиром Переверзиным, бывшим политзаключенным, фигурантом дела ЮКОСа. Добрый вечер, Владимир Иванович. Как вы считаете, Александр Абрамович, вот то, что вызвали на допрос отца Михаила Борисовича, и в отношении него самого хотят возобновить уголовное дело по убийству мэра Нефтеюганска Петухова, это месть за проигрыши российских представителей в международных судах? В какой-то мере это месть за проигрыш в судах, а думаю, что в не меньшей степени это просто уже общая истерика и попытка кидаться на всех по периметру, кто не нравится, кто может казаться сколько-то опасным и кто имеет отношение к тем, кто кажется сколько-то опасным. С нами на связь вышла адвокат Михаила Ходорковского Елена Лукьянова. Добрый вечер, Елена Анатольевна. Да, добрый вечер. Да, как вы оцениваете вообще шаги следствия в отношении и Михаила Борисовича, и его отца, который сегодня был допрошен в Следственном комитете? Вам слово. Ну, два варианта. Это либо очень непрофессиональное следствие, либо это очень подлое следствие, которое решило потрепать нервы. Ну, собственно, к таким ситуациям мы привыкли. А непрофессиональное, потому что, ну, почему я так думаю, даже больше думаю так. Потому что по убийству Петухова, ну, из того, что я изучала, на сегодняшний день свидетелей почти не осталось. Поэтому надо уже опрашивать всех до кучи, ну, на небе, шишку на сосне. В данном случае Борис Моисеевич, который в тот день не был сыном с утра, из того, что мы знаем, нам известно, тогда уже надо было ему Настю допрашивать. Ну, либо это попытка устрашения, либо это просто галочка для того, чтобы сказать, что что-то делают, потому что делать на самом деле ничего не собираются, и все эти допросы ничего не дадут. А как по-вашему, вот насколько оскорбительно было для фигурантов дела ЮКОСа предположение президента, что у них руки по локоть в крови, которое он высказал, по-моему, лет 5 назад на новогодней пресс-конференции на телемосте со страной? Вообще-то вот такое высказывание, оно при должном внимании к нему, оно подпадает под действие Уголовного кодекса Российской Федерации. Это клевета, соединенная с обвинением в преступлении. Неважно для кого, для президента, для компании, для любого человека, такое обвинение, высказанное с общественной трибуны, оно не просто оскорбительно, оно чудовищно. Это не соответствует, ну, никаким принципам, ни уголовного права, поскольку не было решения суда по этому вопросу, не было исследования доказательств. Должностные лица любого уровня не имеют права допускать таких высказываний. И такой вопрос, Елена Анатольевна, как вы считаете, вот вправе ли России принимать специальное законодательство для отпора искам акционеров ЮКОСа, которые грозят арестами имущества российских компаний за рубежом? Я считаю, что любое законодательство, так называемое ad hoc, то есть принятое по случаю, оно приниматься должно в самых исключительных, редких случаях, очень внимательно обдумываться. Тот поток законов ad hoc, который у нас принимается за последние несколько лет, ну, начиная с 2011-2012 годов, он превысил все разумные пределы. Такое законодательство очень вредно, оно
часто и в большинстве случаев не вписывается в единую систему нормативных правовых актов, в логику уже действующего законодательства. И оно на самом деле хаотично, оно наносит огромный вред, оно не работает по-человечески нормально на правоприменение, потому что, повторяю, вводится резко по случаю, аналогичные случаи потом подверстываются под это, которые, в общем, не имелись в виду, и наносит ужасный вред. Такое законодательство надо отменять. Спасибо большое. Это была Елена Лукьянова, адвокат Михаила Ходорковского. Она была с нами на прямой телефонной связи. Вопрос Владимиру Переверзину. Вот вы фигурант дела ЮКОСа. Как вы считаете, вообще это нарушение каких-то договоренностей, то, что возбудили спустя полтора года после освобождения Михаила Борисовича новое дело в отношении него, или это месть вот за фиаско российских представителей в зарубежных арбитражах? Ну, я считаю, что речь идет о банальной мести, то есть уже абсолютно от бессилия, да, они были очень расстроены проигрышем, хотя, опять же, да, вот дела ведут те же следователи, которые фактически своими руками нанесли ущерб Российской Федерации в виде этого иска 50-миллиардного. Поэтому сейчас речь идет о банальной мести. Вот вы, как бы, если поставить себя на место Михаила Борисовича, вот вы отбыли срок и отпущены, да? Вот как бы вы среагировали, если бы вас сейчас вдруг вызвали в Следственный комитет и стали намекать, что мы еще какое-то дело в отношении вас? Это вообще нарушение каких-то, по-моему, норм не только этических, но и юридических? Ну, об этических нормах в деле ЮКОСа вообще не идет речь. Так как, впрочем, и о юридических тоже. Поэтому все-таки дело ЮКОСа не имеет ничего общего с законом, с этикой и вообще ни с чем. Я имею в виду, могут ли себя чувствовать в безопасности высшие на свободу фигуранты дела ЮКОСа? Нет. Нет. Давайте тогда свяжемся с Алексеем Кандауровым, бывшим главой аналитического отдела концерна и бывшим депутатом Госдумы. Алексей Петрович, добрый вечер. Добрый вечер. Как вообще вы восприняли вызов на допрос Бориса Моисеевича? Вам слово. Негативно. Ну, мы чего угодно могли ожидать, но, по-моему, не такого, как бы, сценария. Ну, почему, так сказать, в нашем благословенном Отечестве может быть любой сценарий. Вот, и такой тоже. Поэтому они ведь сказали, что у них появилась оперативная информация, хотя я, как бывший оперативный работник и неплохой оперативный работник, я не очень понимаю, как через 15 лет могла появиться оперативная информация вообще. Вот. Я подумал, что к ним явился организатор убийства, когда они сообщили, да, или исполнитель настоящий, не Алексей Пичугин, который сидит ни за что, а настоящий исполнитель, да, и сказал: я, значит, тот самый преступник, вместо которого отбывает наказание Пичугин. Вот. Поэтому они сказали А, им нужно говорить Б. Они говорят. Вот. А уж что касается возраста там Бориса Моисеевича, им на это ровным счетом наплевать. Им нужно закрепить в общественном мнении, ведь они отрабатывают сейчас, что Путин ведь произнес, вот вы вспомнили, руки по локоть в крови, да? Он же не может быть в дураках, да? Вот, и последнее слово-то должно быть за ним. Если он произнес, значит, так и должно быть. Вот сейчас под этот тезис они пытаются сверстать доказательства. Ну, а потом, ведь они тоже в сложном положении проиграли арбитражные суды в Европе, да? Сейчас начнутся с неизбежностью, начнутся аресты российского имущества. Французы, официальные лица Франции заявили, что они ничего не могут с этим сделать, потому что это, так сказать, частное дело, так сказать, и
правительство не может в это вмешиваться. Ну, это понятно. Есть независимая судебная система, и исполняется решение этой независимой судебной системы. Причем здесь государство? Но у нас-то этого не понимают. У нас вообще считают, что если есть суд, есть государство. Да, вот государство прикажет, и суд примет то решение, которое нужно. Прикажет Следственному комитету, что нужно доказать, что руки по локоть в крови. Это им приказывать не надо, они услышали. Вот. Они будут придумывать все, что угодно. Да? И это будет выглядеть нелепо, смешно, абсурдно, но у нас сейчас в стране столько абсурда, что никого ничего не удивляет. Да? Ну вот Нарышкин заявил, нужно, так сказать, это самое, провести международный трибунал в связи с тем, что американцы сбросили на Японию атомную бомбу. Надо собрать. Вот. Ветераны афганцы поддержали. Ну, с точки зрения, так сказать, вот, нормального человека, так сказать, ну, это абсурд. А у нас это воспринимается много. Ну, можно сколь угодно множить эти примеры. Да? Поэтому им плевать, что Борис Моисеевич 82 года. Им плевать, что он вообще, какое он мог отношение иметь к ЮКОСу. Да, он к ЮКОСу имел самое посредственное отношение. Он детьми всю жизнь занимается. Вот ЮКОС, сколько ЮКОС существует, столько же почти существует лицей, он занимался этим лицеем. Да, какое он отношение вообще к ЮКОСу имеет? Ну, если уж брать формальную сторону дела. Вот. Но у него, он отец Ходорковского. Вот. У него фамилия Ходорковского. Пиаровски как звучит? Вызвали по делу, так сказать, об убийстве мэра Припетухова, да, отца Ходорковского. Ну, это мы с вами, так сказать, размышляем. А 86% они же не размышляют. Вызвали, значит, нет, там нет, это самое. Для них ведь как? Нет дыма без огня. Нет дыма без огня. Вот. Поэтому... Что тут можно сказать? Ну да, так сказать, это огорчает, это даже не огорчает, это с одной стороны огорчает, с другой стороны, конечно, так сказать, от абсурда просто, так сказать, вот страдаешь, вот от этого абсурда страдаешь, и ведь это лжи, да, от публичной лжи. Эта ложь, так сказать, культивируется, развращает народ, вот, и народ это все проглатывает. Спасибо, Алексей Петрович. Да, вопрос Александру. Напомните о том, с какой массой нарушений вот были, собирались доказательства в больших кавычках по делу Пичугина. Там, по-моему, убийство. Доказательств по делу Пичугина так и не было. На мой взгляд, не было никаких. Потому что я не могу считать доказательствами, во-первых, только и исключительно показания свидетелей. Вот никаких других доказательств не было. То, что называется объективных. Во-вторых, показания эти были даны двумя людьми через... 5, что ли, лет или 6 после убийства. При этом оба эти свидетеля в этот момент отбывали длительные сроки лишения свободы за убийство же, причем другие. Так мало всего этого. Во время судебных слушаний оба свидетеля заявили, что показания ими были даны потому, что следователи обещали им облегчить условия отбывания наказания за другие преступления, но обманули. Я не очень понимаю, чего они хотели от суда. Может быть, рассчитывали, что суд принудит следователей облегчить такие им условия. Это, в конце концов, их, а не мое дело. Но вот это вот факты, которые я перечислил, и никаких других оснований,
потому что доказательствами я это не считаю, никаких других оснований осудить Алексея Пичугина не было вообще никаких совсем. Это по делу Петухова, а еще ему приписали какие-то трупы, которых даже не нашли, вот это вообще убийство так, даже не зарегистрировано. Это по делу Петухова, поскольку сейчас... Это дело мы обсуждаем, да. Бориса Моисеевича на 9-м десятке жизни ни с того ни с сего вызывают именно по делу об этом убийстве. Вот вы вдумайтесь, ну хорошо, ну предположим, следствие считает, что это Михаил Ходорковский организовал это убийство. И что? Оно также считает, что он это обсуждал дома вечером с родителями за чашкой чая? С женой? С дочкой? Вот такая, что ли, картинка? Потому что иначе невозможно понять, а при чем тут Борис Ходорковский? В ЮКСе он не работал. Никакого отношения к делам компании, к ее налогам в Нефтеюганске. Это ведь выставляется в качестве причины. Не имел, это все знают, иметь не мог. Ну, можно, конечно, вытащить еще пару рецидивистов, и они дадут показания о чем-нибудь. Но этого пока не случилось. Так вот, остальное все, что повесили на Пичугина, это еще более дико на самом деле. Потому что в Древнем Риме было известно, что нет трупа, нет убийства. Не бывает дела об убийстве в отсутствии трупа. Бывает дело об исчезновении, о розыске, но не об убийстве. А ему, тем не менее, приписали убийство двух людей, которые при этом делись неизвестно куда. Да, Владимир, вот... Мы из вашей книги знаем, с какими грехами, с какой неряшливостью собирались доказательства по делу ЮКОСа. Вот как по-вашему, вот сейчас эта практика повторяется? Безусловно, повторяется. Я хорошо знаком с делом Пичугина. И опять же, да, убийство мэра Нефтеюганска, оно было наименее выгодно Ходорковскому. После его убийства что, ЮКОС налоги перестал платить? Нет. Он только поимел массу проблем. Более того, я сидел в соседних камерах с теми людьми, которые дали лжепоказания, по которым осудили Пичугина, и они готовились реально к освобождению. То есть они реально были уверены, что их после того, как осудят Пичугина, их освободят. Но после того, когда их следствие обмануло, когда им влепили по 19, по 20 лет на заочном процессе над Невзлиным, они уже... признались, что да, там фамилию Пичугина они узнали от следователя Брутового, и я в этом не сомневаюсь. Я знаю, как они работают. Какую чушь они не придумали, а суд все это подтвердит. Там, то, что летали на Марс, там все. Поэтому здесь я ни секунды не сомневаюсь, что будет сделано точно так же. Алексею Петровичу Кандауру вопрос. Напомните вот нашим тоже радиослушателям и зрителям, насколько вообще вопиюще велось второе дело ЮКОСа, где ни один свидетель не подтвердил факт обвинения, а тем не менее вынесен был обвинительный приговор? Ну, это ведь тоже это все вот Владимир-то рассказывает. Вот у вас есть человек, который 7 лет отсидел по придуманному обвинению. Ну, 7 лет отсидел, подумайте. Вот слушают нас люди. Вот представьте, вот я все время говорю, так сказать, вы закройте себя в комнате на месяц и не выходите. А этот человек 7 лет отсидел. Точно так же, понимаете, все дело ЮКОСа от начала до конца выдумано, да? Придумано для решения нескольких проблем, в том числе, так сказать, и ложного банкротства, что было подтверждено в Гааге, и за что Россия хлопотала 50 миллиардов, которые хотим мы, не хотим, так сказать, как бы мы к этому не относились, но платить придется. Поэтому все от начала до конца, и первое дело, и второе, и дело Пичугина,
и масса поддел, вот других дел, по которым проходили Светлана Бахмина, Владимир Перевезин, Мураховский, другие, все это сфабрикованные, так сказать, дела, это я говорю, это мое к ним отношение, мое мнение. В том числе, исходя из того, что я слышал в суде, вот, в том числе, исходя из тех материалов, которые я просматривал и изучал. Поэтому Владимир правильно сказал. Они напишут, что, так сказать, полетел на Марс. Суд или полетели марсиане, там что-то сделали по делу ЮКСа, да, суд подтвердит это. Ведь, знаете, вот что касается дела об убийстве, это же механизм очень простой. Вот Петухова или там или кого-то. Вот там сейчас сидят по 19 лет тем, которым дали, да, у них подошли сроки УДО. Ну вот сейчас с ними поработают, да, скажут, вот ты подтвердишь, что как с Невзлиным, да, я же, это же вообще было, так сказать, это же анекдот. Они говорят, что Невзлин приезжал с ними, я кавычу, на стрелку, да, и сидел в машине, когда заказывали там кого-то, я не помню, так сказать. Может быть, того же Петухова. Но это надо, понимаете, что это абсурд. Точно так же сейчас вот они скажут. А в машине, оказывается, было Ходорковский, мы его видели, да, который приезжал тоже, так сказать, с ними на стрелку. Абсурд, конечно, абсурд. Но по штампу и на любого ткнут, так сказать, вот на нас с вами ткнут, скажут, так сказать. Да видели, скажут, что ж, вспомнили через 15 лет, да? Видели, конечно, там где-то рядом ходили. Вот. Кого назначат, так сказать, того ткнут, того осудят. Вот проблем-то нет. Для них никаких проблем нет. Вот для общества есть проблемы. Потому что сегодня ткнут в Ходорковского, да, или там в кого-то. А завтра ткнут в любого, так сказать. Ну и уже делают это. Вот, и все штампуется. Спасибо, Алексей Александрович. Давайте вспомним вот историю с Байкал Финансовой группой, у которой пришлось тоже вмешаться президенту и поставить свою репутацию на кон, чтобы вот это, как бы изобразить легитимным вот эту сделку. Ну, я не думаю, что он что-то ставил на кон, потому что... Он лично сказал, я лично знаю этих. Он сказал. Ну, только, во-первых, такой институт, как репутация в стране, на мой взгляд, просто отсутствует. Поэтому, как бы, кона нет. Не то, что поставить нечего, но кона нет. А во-вторых, и в данном случае, в самых главных, господин Путин столько врал до этого, после этого, вот совсем недавно. И при этом потом сам, даже нельзя сказать признавался, а скорее задавался в кичился тем, что он всех обманул. Да, и мне, по-моему, это даже в каком-то арбитраже его вот эту фразу, вот, она перевесила чашу весов против российского правительства, что президент признался, что он... В каком-то, вот в Гаагском третейском суде. Да, или в Стокгольмском сначала, да, мне кажется, там еще сначала. По-моему, в Гаагском, не буду спорить. Значит, было опубликовано, что на судьи, которые склонялись к решению в пользу Российской Федерации, полагая, что власти цивилизованной страны не могут устроить такое безумие, вдруг увидели, что могут. После того, как президент Путин сначала говорил, что в Крыму никаких российских военных нет, а потом сам же сказал, конечно, все это было при помощи и при поддержке наших военных. Могут, оказывается. Значит, то же самое и здесь. Абсолютно. История с Байкал Финанс Групп была
элементарным кидаловым, когда он сначала сказал, что это достойные люди. Энергетики. Я их всех знаю, нефтяники, по-моему, но это не важно. И придет время довольно скоро, как-то так, я дословно не помню сейчас, и все, их имена будут известны. И они неизвестны до сих пор. Известно только, что не пойми, какая Шарашкина контора, не пойми, как получила огромный кредит в банке, принадлежащем государству, зарегистрированная на втором этаже старенького домика в Твери, где на первом рюмочная, я этот дом видел сам. Лондон. В Твери, да, называлась, рюмочная называлась Лондон. Купила «Югандснефтегаз», основной нефтедобывающий актив ЮКОСа и, наверное, вот если брать именно нефтедобывающие активы, крупнейший в стране, самый большой. Продала «Роснефти» и делась неизвестно куда. Вот ее опять нету. Да, и президент ее называл вечером «Байкал Финанс Групп», а утром «Балтик». «Бал Финанс Групп». «Балтик», да. Это вообще. Ну, чистая кидалова. Чистая, наглая. Вранье. Поэтому потом удивляться, что суд что-то там, ну, собственно, не приходится, потому что суд он такой же. Ну да, и Хамонический такой же. Любой. И Басманный. Как вы считаете, Владимир, перевязан вопрос, вот следователи... Чуть-чуть за 10 лет они какого-то набрались, хотя бы опыта, не говорю профессионализма, или они так же топорно действуют, как в 2004 году? Ну, для следователей, конечно, это сладкое дело. То есть это была нагнана команда следователей со всех городов и всей России. Они за это время сделали карьеры, получили ордена, медали, квартиры. То есть я не думаю, что они набрали какой-то профессиональный опыт, но они стали, наверное, более наглые, потому что всю чушь, которую они... писали, все это, естественно, в судах прокатывало, и о профессионализме никаком речи быть не может. То есть просто больше еще обнаглели. Да, Алексей Петрович, как вы оцениваете профессионализм от этих вот следователей, которые, ну, очевидно, и сегодня допрашивали и Бориса Моисеевича? Мы иногда вообще про профессионализм Следственного комитета говорим, как у них генерал упал с балкона Колесников, молодой человек, и ни одна видеокамера это не зафиксировала, и так далее. Вам слово. Знаете, вот ну, об этих-то что говорить, да, понятно, так сказать. Но если Пичугину дали пожизненное это мое оценочное суждение, я повторяю, по сфальсифицированному делу, Невзлину дали по жизни по сфальсифицированному делу. Какой тут может быть профессионализм? Вот они свой профессионализм знаете, где должны доказать? Они по Политковски должны заказчика найти. Пусть вот они докажут, да? По Немцову заказчика найти и посадить на скамью подсудимых. Вот это профессионализм. А это что, так сказать? Это, понимаете, сфабриковать дело. Ну какой же это профессионализм? Фабриковать это вот с улицы возьмите, так сказать, это самое, скажите ему, так сказать, двум уголовникам сказать, чтобы они ткнули пальцем в кого-то, так сказать, это не профессионализм. Это по-другому называется. Это называется, так сказать, совершенно по-другому. И квалифицируется по-другому, так сказать. Профессионализм доказывается, так сказать, по раскрытым преступлениям, по тому, могут они что-то сделать. Вот мы же видим, что с Немцовым сделан Немцовым происходит, да? Вот пусть Брутовой съездит, допросит, так сказать, найдет заказчиков, великий Брутовой. Фальшаком занимается в очередной раз, да, а вот по делу Немцова, так сказать, привезет заказчиков, найдет и докажет, что они заказчики. Вот тогда я сниму шляпу, скажу, да, Брутовой профессионал. А так, ну что?
Александр, помните, еще собирали доказательства среди жильцов, которые живут в этом в Колпачном переулке, что якобы их тоже вынуждали уехать, и там фигурировала, по-моему, Врагова Светлана, такая главный режиссер. Вот это тоже какой-то некрасивый эпизод, когда людей искусственно сталкивали с лбами. В общем. Да бредовая вся история. И с самого начала и до самого конца. Помню и Враговой, помню и обвинение в убийстве хозяйки магазина «Чай». Якобы это помещение так нужно было Юкосу и Ходорковскому лично, а она не хотела продавать, и ее за это убили. А потом купили это же помещение у ее сына. Да, да, да. Понимаете, вот представьте себе, во-первых, она что, царствие небесное, идиотка, что ли, была? Почему не продать магазин, если за него дают нормальные деньги? Ну хорошо, предположим, она не хотела. Вы теперь представьте себе, какое количество трупов должен был наворотить Ходорковский, если вот за вопрос ценой, ну сколько мог стоить этот магазин тогда? Ну несколько десятков тысяч долларов. Ну не сотен, я думаю. Ну пусть 100 тысяч. Так же, как квартира в Раме. Но если он за каждый вопрос такой цены начинал бы убивать. Просто по городу бы ходить было нельзя. На каждом углу трупы бы валялись. Все абсолютно какие-то бредовые вещи. Вообще, вот во время второго дела был мелкий эпизод. Мелкий по сравнению со всем этим бредом массовым. Но очень показательный. Вот был такой момент, когда обвинитель в суде просил судью Данилкина приобщить в качестве доказательства письмо Лебедева госпоже Виктории Роуд. Судья, как положено по процедуре, спросил адвоката, не возражает ли он. Адвокат, разумеется, сказал, что ему сначала надо посмотреть на письмо, потому что он его никогда не видел. Ему дали письмо. Я был тогда в зале, я видел выражение лица адвоката Платона Леонидовича. Оно менялось вот как в кино. Письмо на одной страничке. По крайней мере, дали ему одну страничку. Поэтому через там 3-4 минуты он сказал судье, что как бы он не понимает, что может доказывать эта страничка, потому что, во-первых, она никем не подписана. Там забита подпись Лебедева, но самой подписи нет. Во-вторых, не написано, кому это письмо. Не указан адресат. Потому что Виктория Роуд – это не человек. Это адрес. Это улица в Лондоне. Кроме того, текст письма носит совершенно невинный характер. Что-то там по поводу каких-то текущих вопросов юридического обслуживания одной из юкосовских дочек. Поэтому, в принципе, во-первых, непонятно, что этот текст доказывает, во-вторых, непонятно, как он может что-то доказывать, если это просто некий текст, набранный на компьютере. И все. Неизвестно кому и никем не подписанный. И что, судья выслушал все это и сказал, приобщаем в качестве доказательства вины Лебедева. Вот ясно, что этот листок имени Виктории Роуд не повлиял на приговор. Ну просто это некоторый символ всего дела Юкоса, по крайней мере, в моих глазах. И юридически, и процедурно, и с точки зрения профессионализма следователей, и главное, с точки зрения качества и профессионализма в работе судов, не суда, судов, всех. Вот для них, для всех, вот это вот письмо, якобы, это было доказательством вины, за которое человек получил 13 лет строгого режима. Да, это судья Данилкин там, да? Да. Да. Владимир, как вы считаете, может ли это быть
расплатой за политическую активность Михаила Борисовича? Что вот он несколько уже заявлений сделал и так довольно сурово оценил итоги президентства нынешнего лидера России. Ну, я думаю, все-таки основным мотивом являлся иск международного арбитража России в размере 50 миллиардов. То есть я не думаю, что каким-то образом. Хотя, безусловно, деятельность Ходорковского раздражает нашего президента. Но, по-моему, Михаил Борисович всячески отмежевывается от этого иска, да? Он не входит в число истцов. Понимаете, в чем дело? Он не только не входит в число истцов, но он в 2003 году, сразу после ареста, передал все свои доли и активы во всех структурах ЮКОСа в полном соответствии с теми договоренностями между совладельцами, которые были достигнуты на этот случай. Но вся проблема-то в том, что никто в кремлевской верхушке никогда в это не поверит, что он действительно передал. Это же точно так же, кстати говоря, как они сами втянулись в этот гаагский арбитраж, сами согласились на то, чтобы в нем участвовать, и назначили своего представителя там, будучи уверенными, что никто никогда не примет решение против них, потому что они велики, и без их газа все замерзнут. Вот это были основные, я так думаю, по крайней мере. Как говорит Алексей Петрович Кандауров, это мое личное оценочное суждение. Вот это были основные мотивы, почему они вообще на это согласились. Они смогли отказаться. И сейчас бы этих 50 миллиардов не было в качестве решения обязательного для исполнения, и не было бы арестов российской собственности и так далее. Но они сами на это согласились, потому что были в себе уверены вполне. Так вот, они не верят, что бывает независимое правосудие. Они не верят, что бывают честные следователи. Они не верят, что бывают честные журналисты. Они не верят, что бывают порядочные партнеры, которые выполняют свои договоренности. В том числе договоренности о том, что они откажутся при определенных обстоятельствах от своих активов. Вот они в это не верят и не поверят никогда, потому что сами они не такие, а поверить то, что кто-то настолько от них отличается в лучшую сторону, они не могут. Алексей Петрович, вопрос. Вот помимо большого иска акционеров, еще ведь есть проигрыш 2 миллиардов в Страсбургском суде. Как вы считаете, России проще выйти из Совета Европы, чем заплатить эти деньги? Нынешнему режиму, ну, имею в виду. Не России. России-то, я считаю, не проще, так сказать. Вот режиму, да, режиму... ну, для этого тоже сложный вопрос. Я думаю, что не так все просто, так сказать. Им тоже, так сказать, хлопать дверью так откровенно тоже не получится. Вот. Поэтому они будут тянуть сколько можно, хотя им сейчас там сроки назначены. Вот, советом министров этих самых европейских ПАСЭ, да, вот, и они должны, так сказать, ответить. Но сложно тут сказать, как они себя будут вести, так сказать. Вот, я совсем не исключаю, что на Страсбургский долг они деньги наскребут, хотя для них это, так сказать, моральная пощечина, это фактически, так сказать, признать, что все дело ЮКОСа от начала до конца липовое. Но хлопать дверью я тоже не вижу, так сказать, пока ресурса для них хлопнуть дверью. Может быть, они и хотели бы, но политического ресурса с учетом всех последних событий с Боингом и с делом Литвиненко и с делом Немцова и с обрушением экономики. Если бы экономика была на подъеме, они, может быть,
что-нибудь и предприняли такого рода, да, а тут все накладывается, все валится в тартарары. Поэтому еще если они здесь хлопнут дверью, ну, я не вижу у них политического ресурса, чтобы хлопнуть дверью. Внешнеполитического, прежде всего. Внутренние я не рассматриваю, с учетом того, что внутреннее общество российское пока все проглатывает. Но дело в том, что, я повторяю, экономика-то разваливается. Вот. И боюсь, что не боюсь. Боюсь, потому что я же гражданин этой страны, да, но боюсь, что будет валиться уже безостановочно. И все прогнозы, которые есть. Поэтому для них это сдерживающий момент. Я повторяю, если бы экономика была на подъеме, они, может быть, и попытались бы надуть щеки. А сейчас у них ресурс очень ограничен. Да, у нас тут был неделю назад Евгений Гонтмахер, замдиректора ММО. И он сказал, что сейчас проще, учитывая золотой запас, заплатить этот долг, вот, и Страсбургский, и Гаагский, чем тянуть вот, и уводить в эту в конфликтную сторону. Я вас, Александр, хотел бы спросить, поскольку я в силу семейных обстоятельств чуть-чуть знаю нынешние дела фонда «Открытая Россия», может ли это быть местью за активность вот эту общественную, гражданскую Михаила Борисовича? Ну, я думаю, что все вместе. Конечно, если бы Михаил Борисович каким-то образом захотел и продемонстрировал бы Путину, прежде всего, и же с ним, что он лоялен теперь, что он тихо сидит за границей и одобряет, если не все, то очень многое из того, что происходит. Ну, возможно, что очередной виток преследований не коснулся бы его отца. Я этого не исключаю. Но, значит, он коснулся бы кого-то другого. Потому что, конечно, все эти структуры, в данном случае во главе со Следственным комитетом, обязаны показать, что государевы слуги бдят, и слово и дело государева настигнет тех, кто, вот, например, посмел обидеть власти вот такими решениями западных, политизированных, естественно, судов. А так как я уже говорил, представить себе, что Ходорковский действительно не является бенефициаром никаких оставшихся на Западе структур ЮКОСа и, соответственно, не имеет никакого отношения к этим двум процессам и ни в каком сколь угодно отдаленном будущем не сможет распоряжаться этими средствами и получать их, то в это они не верят, а в совокупности с тем, что он говорит и делает через нынешние структуры своей общественной активности, он опять наиболее простой, понятный и удобный, потому что привычный, враг. Тем более, он еще оказывается и мерзавец неблагодарный. Его же Путин-то помиловал, простил, отпустил. А он... Отсюда все вот эти еще слухи и сплетни о том, что он обещал политикой не заниматься. Как он мог это обещать? Что он написал, что он обращается за помилованием в связи с тяжелой болезнью матери Царства Небесной Марине Филипповне. Вот, буквально 2 дня назад была годовщина ее ухода. А ниже приписал, что он обязуется политикой не заниматься. Ну, согласитесь, это бред какой-то. И
Поэтому, конечно, сейчас пытаются опять слепить из него убийцу и заодно вот этого вот зарубежного врага России. Благо, место после смерти Березовского, оно более-менее вакантно. Ну, не из Лондона, так из Цюриха. Очередной беглый олигарх плетет интриги против российского лидера, который, не щадя живота своего, 15-й год, дальше можно выбирать, на галерах или подымает страну с колен весь, извелся уже подымающий. Далее по тексту. Владимир, вот вы бывший политзаключенный, как по-вашему раздражает ли Кремль то, что «Открытая Россия», в частности, поставила одной из своих целей – поддержку политзаключенных и их семей? Ну, я думаю, что да, безусловно, это является раздражающим фактором. Недаром же они были какие-то налеты не так давно, ОМОН обыск проводил в офисе «Открытой России». Да. То есть абсолютно без повода. То есть они искали какие-то листовки, якобы призывающие к какому-то несанкционированному митингу, к которому «Открытая Россия» не имела никакого отношения. Но опять же, есть, существует огромное количество работников силовых структур, которые должны оправдывать свое существование. Если нет фактуры, они должны что-то придумывать и приносить вот в клювики там, своему руководству. Там, да, там, а что из этого получается, мы видим. Да. Алексей Петрович, вот вы были в думской оппозиции, вопрос Алексея Кандаурова. Как, по-вашему, тоже пугает ли Кремль вот контакты Михаила Борисовича с Алексеем Навальным, с его фондом по борьбе с коррупцией и с другими политическими силами оппозиционными нынешнему режиму? Ну, бесспорно, потому что Ходорковский серьезная фигура, и в Кремле там ведь всякие люди есть, но есть и не глупые. Вот. И они понимают, что Ходорковский при определенном стечении политической ситуации может возглавить и альтернативное правительство, может и претендовать на другие высокие должности в государстве. Хотя Ходорковский сам от этого отнекивается, но впрочем, от премьерства он не отнекивался, он даже говорил, что он готов возглавить переходное правительство. Ну, я повторяю свой тезис, да, в стране-то все рушится. Мы же должны себе отдавать отчет, и в Кремле отдают отчет, что в стране все рушится. И фигура Ходорковского становится не потешной, а реальной альтернативой. Поэтому надо его сейчас замазать вот в чем-то таком, чтобы, так сказать, так понятно, что, так сказать, это самое, доказать-то ничего не докажут, но не в этом дело. Им нужно его замазать, да, замазать, вот я бы даже так сказал, замазать его будущее, понимаете? Потому что ведь русский человек, он как, я повторяю, да, ну, ему уже настолько промыли мозги, так сказать, что его ни в чем переубеждать не надо. Русский человек ведь как? Не бывает, нет дыма без огня, да? Вот они сейчас будут, так сказать, муссировать этот, новое вот это вот дело, да? Постоянно будут вбросы делать информационные. Ведь вызов отца Ходорковского – это информационный вброс. Фамилия Ходорковский, отец. Вызывают по делу об убийстве мэра Петухова. Вот. И они пытаются, я повторяю, пытаются кровью замазать его будущее. С тем, что он будущего никакого не имел. Но это тоже тщетные попытки. Ну, понимаете, ведь это тоже куцое мышление. Но уж такое вот оно. Понимаете? И ничего с этим не сделаешь. Ничего с этим не сделаешь. Они считают, что они тем самым решают проблему, они на самом деле не решают проблему, потому что шагренева кожа, вот, она российская, она катастрофически скукоживается. Все, у нас все летит, понимаете, у нас разрушается все, институт уже давно разрушен, да, у нас экономика сейчас
разрушается. Хотя она всегда на ладан дышала. Она никогда не была, так сказать, здоровой. А вот она, видимость здоровья была за счет цен на нефть и газ. Хотя Ходорковский тут со мной не согласен. Да? Он считает, что это только 20%, так сказать, в доходах государства. Но все равно это, так сказать, не та экономика, которая в состоянии самовылечиться, я бы так сказал. А эти ребята ничего сделать не могут. Поэтому, я повторяю, все летит, да, и в этом полете, так сказать, фигура Ходорковского, они видят, так сказать, что он становится серьезным претендентом на власть в развалившейся, в разваливающейся, так сказать, стране. Да, Александр, как по-вашему, удастся ли вот этим тайным кукловодам или политтехнологам поколебать имидж и авторитет Михаила Борисовича на Западе, как политзаключенного номер один, который он уже там многократно подтвердил, и этот статус уже ему как бы неотъемлем от него? Думаю, что нет, потому что вот вы спрашивали про квалификацию следователей, выросла ли она за эти годы. Она и была-то низкая, а вот судя по всему, что здесь сегодня говорилось, она стала еще хуже по вполне понятной причине. Потому что если прокатывает любая халтура, любая лапша, то что человек будет, собственно, стараться и повышать квалификацию? То же самое и здесь. Если первое дело было обвинением в неуплате налогов, и вот здесь, кстати говоря, на Западе, я хорошо помню, реакция была, ну, нельзя сказать, что сильно поддерживали, но, в общем, ничего невероятного в этом не было. Крупный бизнесмен, да еще нефтяной король, не заплатил налоги. Для них это, а, привычная, б, правдоподобная ситуация. Вот второе, это уже было, второе дело, это уже было странно, потому что, ну, хорошо, не заплатил налоги. А теперь получается, что он ту самую нефть, которую добыл, из которой не заплатил налоги, сам же и украл, причем у самого себя. И вот здесь уже настроения на Западе стали существенно другие, потому что они привыкли сопоставлять. Все-таки следует ли из А, Б? И если даже и следует, то как они между собой? Могут ли стоять одновременно? А теперь смотрите. Спокойный западный наблюдатель, это же не аналитик, просто разумный человек. А потом его после всего этого отпустили и даже сами отправили на Запад. А потом произошел у России внешнеполитический кризис, в котором Ходорковский выступил жестким критиком, и его тут же обвинили в убийстве, по которому других людей, его бывших партнеров и сотрудников, уже давно осудили на пожизненное. Но самого его тогда за это не осуждали. Как правильно Алексей Петрович сказал, какая оперативная информация по убийству через 15 лет. Ну, поэтому это шито абсолютно белыми нитками. И скорее, я думаю, на Западе только укрепляет его репутацию, потому что на него очевидным образом продолжают клеветать и навешивать все более нелепые и тяжкие обвинения. Большое спасибо вам всем за участие в нашем прямом эфире. Будем продолжать эту тему. А сейчас мы прощаемся с вами. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Михаил Косторов и Дмитрий Налитов.